подошла к воде, как кошка, опустила дом на ног и пленительным движением ток сбросила на грой. Я не видел в мире жест грациозней и лукавей. Описать ее фигуру нужно красок 40 ведер. Даже чайки удивились форме рук ее и бедер. Человеку уже казалось, будто пьяный фавну краткой мягко по сердцу проводит темно бархатной перчаткой. Я спросил тогда у солнца, отчего такое диво, отчего, купаясь, дева так бессовестно красива. И ответила мне солнце: ты дурак, миру безвестный. Мальва цвет свой распускает в бескорыстии чудесном. Я взглянул и усмехнулся. Так и есть, из-за палатки вышел хлыщ в трико гранатно, вскинув острые лопатки, и ему навстречу дева приняла такую позу, что из трубки, поперхнувшись, я глотнул двойную дозу, я глотнул двойную дозу, я глотнул.